الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، уважаемые братья, есть Альхамдулиллах, мы читаем каждый день много с вами аятов, хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, но мало мы их эксплуатировали в нашей жизни. Много бывает информации на сегодняшний день в интернете, через WhatsApp, через Telegram, в разных соцсетях, Instagram и так далее. Много мы читаем, но мало мы с вами действуем, мало мы с вами делаем. Я в первую очередь самого себя говорю. Ведь наша религия – это аль-каулю валь-амаль. Это слово и действие. Это слово и действие. И Аллах субхана ва тааля описывает людей, которые начитанные, но не делают, кальхинар яхину асфар, подобный шаг, который несет на себе дрова, говорит субхана ва тааля. Если бы мы больше действовали, аль-хамдулилля, делали благие деяния, то бы, аль-хамдулилля, в этом мире и благ больше бы было. И есть два хадиса, хотелось бы на сегодняшний день себе напомнить и нам. Ученые говорят, если эти два хадиса применять в жизни, то это достаточно для того, чтобы провести праведную жизнь, чтобы получить довольство Аллаха субхану ва тааля в итоге вечного райского обителя. Если мы хотя бы вот эти два хадиса сможем эксплуатировать в нашей жизни, применять в своих деяниях. Оба они достоверны. Один первый хадис он приводит в Бухари и Муслиме, второй имам Муслим от Абу Хурейры радиаллаху анху. В этих двух хадисах пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пояснил нам то, что наша религия – это великий подарок от Аллаха субхану ва тааля. И то, что религия Аллах дает только тем людям, которых Он любит. То есть, если мы сейчас с вами находимся в мечети, это доказательство того, что Аллах Субхану ва тааля нас с вами любит. Если бы Аллах Субхану ва тааля не любил бы, то Он не дал бы нам этот путь поклонения. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха азза ва джалля касама байнакум ахлакакум, кама касама байнакум арзакакум». Поистине Аллах Субхану ва тааля распределил между вами ваши нравы, подобно тому, как Он распределил между вами ваши уделы, ваши риск. С этого начинается хадис. То есть, опять же, нрав у каждого разный. Но мы через дуа можем улучшить свой нрав, через благие деяния можем улучшить свой нрав. Через следование сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям мы можем улучшить свой нрав. Дуа, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, дуа йарду аль-бала, дуа йарду аль-када, дуа изменяет предопределение, дуа отдаляет от человека что-то плохое. И несмотря на то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям описал, сам Всевышний субхана ва тааля похвалил его в Коране и сказал: «Ва иннака ля'ала хулукин азим», поистине ты на великом нраве. Несмотря на это, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям много просил дуа и просил: «Аллахумма ахдини ли ахсани хулукин, ла яхди ли ахсаниха илля ант». «О Аллах, веди меня на лучший нрав». Поистине никто не сможет поставить на лучший нрав, никто кроме тебя. Субханаллах, Аллах субхану ва тааля, я Мухаммад, а тебе говорит в Коране, поистине ты на великом нраве. Несмотря на это, ты все равно просишь дуа, да, просишь дуа, чтобы еще лучше нрав был пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы Аллах укрепил его на этом нраве. И Аллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Аллах распределил между вами ваши нравы, подобно тому, как распределил между вами ваш удел, ваш риск». Кому-то Аллах дал больше, кому-то дал меньше.
После этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ва инна Аллаха азза ва джалла йу'ти ад-дунья лиман йухиббу ва лиман ла йухиббу». Поистине Аллах субхана ва тааля из богатства этой дунья, временной жизни, дает тому, кого он любит, и тому, кого он не любит. То есть это ответ тем, которые люди иногда говорят: почему я 5 раз в день намаз читаю, почему я пощусь месяц Рамадан, я себя веду так, как Аллах приказал, но у меня вот не хватает мне денег, у меня дети бывают голодают, у меня мало там имущества, а вот он, сосед мой, в соседней улице живет, у него самый большой дом, он не молится, не постится, всех обманывает, Аллах ему дает. Вот это ответ в хадисе, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Аллах дает из этой дунья, имущество этой дунья временное, тому, кого он любит, и тому, кого он не любит. То есть это не показатель любви Аллаха по отношению к своему рабу. В другом хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна дунья ва ма фиха ла та'лиму инда Аллахи джанаха ба'удх». فإن عدد أن سقى الكافر منها شربة الماء. فإن في سيد الدنيا يسوى بغصب كتورة يتنم يس شاب شاب سيد الدنيا شاب 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 بغصب إرد الله خم даже крылышко комара не стало. Животного маленького комара крылышко дороже, чем этот богатство этой дуньи. А если строил бы крылышко комара, то бы Аллах бы не позволил бы тогда неверующего сделать глотка воды из этой жизни. То есть это не показатель любви Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах в Коране говорит: «Ла тюъджибка амвалухум ва ла аулядухум, иннама юриду Аллах юъаззибухум биха фид-дунья, фи хаяти ад-дунья». Пусть как тебя не удивляет имущество и потомство неверующих. Поистине Аллах им специально больше дает, чтобы больше спросить с них в судный день и наказать им этой жизни. Дальше пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ва инна Аллаха азза ва джалла». И вот это мы должны с вами ценить, беречь. Это хадис для того, чтобы мы с вами берегли нашу религию. Она в Аллахе дорогая, братья. В Аллахе наша религия дорого стоит. То, что мы намаз альхамдулилля читаем, это дорого стоит. То, что мы Коран читаем, дорого стоит. То, что сегодня мы выбрались, оставили, нам Аллах позволил альхамдулилля пробках прийти в дом Аллаха, поклониться Аллаху. Не каждому Аллах это дает, а только тем, кого он любит. Ой, на Аллах азза ва джалла йу'ти ад-дина. Поистине Аллах субхана ва тааля дает религию. وفي в другом ревайте «Аль-Иман» «Релига» и «Иман» «Веру» «Илля лиман ахамма» кроме того, кого он уже полюбил. Кроме того, кого он полюбил. А если Аллах полюбил, тогда ничего не нужно бояться, брат мой. Полагайся на Аллаху Субхану ва Тааля, проживешь свое это время жизни, вернешься к Аллаху Субхану ва Тааля, будешь в райской обители вечно, шахидами, с пророками, со своими семьями, альхамдулиллях, вечное имущество. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фи джанна» маленький кусочек в раю, хайру мин ад-дунья ва ма фиха, лучше, чем вся эта дунья и все, что в ней есть. Когда спросили пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе Кудси, те люди, которые зайдут в рай, и самой-самой низшей степени рая, сколько там, Аллах субхана ва тааля скажет: «Видели ли самого богатого правителя в дунья?» Да, так я мислю. Тебе столько же, Оля Камистля, еще столько же, Оля Камистля, еще столько же, четвертый, Оля Камистля, столько же, Оля Камистля, Ашранца, и в 10 раз еще больше. Это самая низшая степень. Это для того, чтобы мы с вами ценили религию, братья. Для того, чтобы мы понимали, какое богатство мы несем, какой Аллах Субхану ва нам дал, как Аллах нас с вами любит. Теперь следующий хадис, который от Абу Хурейра приводит на муслим, для того, чтобы мы не поменяли это богатство на грош этой жизни. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ан Аби Хурайра радиаллаху анху: Бадиру бил а'мали ссалиха фитана, кагта'и лейли музлима, юсбиху раджуля муминан фаюмси кафира, ау юмси муминан фаюсбиху кафира, яби'и динаху би'арадин мин ад-дунья». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Опережайте, бадиру, спешите, опережайте смуты этой дуньи». То есть на сегодняшний день удивительно, человек во всем мире сегодня очень много смут. То есть раньше, если что-то происходило в мире, все просыпались и удивлялись. Сегодня мы просыпаемся, если что-то не произошло, удивительно становится. Сегодня ничего удивительного нет. Везде смуты, постоянно смуты.
много смотрит. Вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще 14 веков сказал, 14 веков назад, придут такие времена, будут смуты. Фитна. Двух видов бывает смуты. Аш-шубухат ва аш-шахават. Аш-шубухат – это сомнение. Ва иляджуха аль-илм. И лечить эти сомнения через что? Через знание. Через правильное знание. Бывает, когда человек подойдет, человек без знания какую-то щупу закинул, какое-то сомнение закинул, и все, и он в фитну впал. Отрекся от религии, отрекся от Аллаха, отрекся от таухида, от единобожия. Второй вид смут – это как то, как какая смута? Ащахавать, страсти. И как лечить эту смуту? Бил-иман, ус-сабр, через веру крепкую, через терпение на поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что приукрашены грехи. Вот эти пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, придут такие времена. Смуты будет много, очень много. То есть удивительно, когда на сегодняшний день время проходит, быстро пролетает, в интернете там люди обсуждают какие-то вещи, где-то происходит там где-то в Америке, о выборах в Америке разговаривают. Человек, который здесь не понимает даже эти вещи, и повлиять никак не может, но он, машаллах, умный, ученый, там разбирает и так далее. И время проходит, и все, упал в какую-то смуту. Хотя в это время что мог бы сделать благие дела, деяния? На лучшее потратить, то, что ему пользу принесет. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, такие смуты будут приходить, вы опережаете их благими деяниями. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, сказал, будет время, человек будет просыпаться верующим, а уже ложится спать неверующим. То есть в один день субхану поменяется. Или собьется с пути, то есть вверх утром проснулся верующим в Аллаха, почитал намаз, в течение дня с кем-то встретился и так далее, на какой-то харам его пригласили, забыл об Аллахе, о намазе, все, и умер, ушел с этой жизни. Или наоборот, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, будет засыпать верующим, но просыпаться неверующим. Ночью проснулся и уже сбился с пути. Это или куфр ни'ма, или куфр хакики. Об этом хадисе, как ученые говорят, или он, куфр, его вот это неверие, имеется в виду неблагодарность, или по правде он выйдет из религии в ля-я-ля. И потом он сказал, будет смута подобно темноты ночи. Ученые описывают этот хадис в шарх дают, когда ты ночью уходишь в лесу, в темноте, темной ночи, ты не видишь путь. Даже в пустыне, когда бедуины идут, дорогу видят по луне. Луна им показывает. А это без луны, темнота ночи, ты не видишь. То есть такие фитны будут. На сегодняшний день не знаешь, где правда, где ложь, где хак, где бата, кто обманывает, кто правду говорит. Где халяль, где харам, все перемешалось, спуталось. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не обращайте на это внимания, не слушайте, не засорайте свои уши, свой разум, свое сердце, вам может в сердце это проникнуть, и вы сможете сбиться. Не обращайте внимания, делайте благие дела больше. Это вас не касается, вы опережайте это благими деяниями. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, непонятно будет, где хак, где батл. То есть темно, подобно к темноте ночи, не увидишь, путь не можешь найти, и также не сможешь разобраться, где истина, где ложь. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, почему будет человек просыпаться верующим, а засыпать неверующим? Или наоборот, засыпать верующим, просыпаться неверующим? В чем причина? Потом пояснил саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я биадина, биадина мне дунья. Будет продавать свою религию, будет продавать свою религию, то, что Аллах ему дал иман, таухид, его намаз, его пост, его альхамдулиллах, поклонение с братьями. Сколько людей, субханаллах, были с нами, молились, они смотрят, что они сошли с пути, субханаллах, когда с другими друзьями начали общаться. Сколько, субханаллах, поменяли свою религию, будут продавать свою вот эту религию. О том, что мы сказали в предыдущем хадисе, то, что Аллах дает религию только тем, кого он полюбил, но вот это он будет продавать за копейки этой дунья, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Будет меняться, размениваться. Поэтому вот эти два хадиса, как говорят ученые, на весь золото, если мы сможем понять через свою жизнь, альхамдулиллах, пропустить и практиковать, то, иншаллах, мы будем из тех, которые сохраняют свою религию, то мы будем из тех, иншаллах, которые, альхамдулиллах, будут идти по прямому пути и просить больше дуа. Аллахумма ямлу калбил кулуб, саббит калби аля дини. То, что больше всего просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, о Аллах, о переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах укрепил нас на его религии. Это самое великое, что мы можем у него попросить. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля вел нас по прямому пути. Чтобы мы не разменивались на мелочи этой дуньи.
продавали великое ахира, чтобы альхамдулилля мы были также любящим друг друга ради Аллаха субхана ва тааля, и всегда собирались на поклонение Аллаху, и чтобы мы были из тех, которые помогал религии Аллаха субхана ва тааля. Тот, кто будет помогать религии Аллаха, тому поможет Всевышний سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء